Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Максим, и сейчас вы увидите 131 выпуск новостей Skyway, в которых мы рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Смотрите сегодня в выпуске. Недавно экотехнопарк посетил представитель бизнес-сообщества Аргентины. Его компания рассматривает Skyway в качестве партнера для строительства грузовой транспортной линии. Стоимость проекта оценена в 500 миллионов долларов. Специалисты юридического отдела компании с успехом продолжают бороться с фейками о Skyway. Основатель Skyway Анатолий Юницкий в обращении к читателям своего сайта поделился мыслями о перспективах развития проекта. На днях проектную организацию Skyway посетил представитель австралийской компании SAI Global. Расскажем кратко об экологических аспектах технологии Skyway. Остановимся на этих событиях более подробно. За последние годы проект Skyway заявил о себе во всем мире. Не осталось почти ни одного уголка на планете, из которого гости не побывали бы в Минске или в Мариной Горке. Совсем недавно экотехнопарк посетил представитель бизнес-сообщества Аргентины Хорхе Лопес. Компания, которую он представляет, участвует в тендере на строительство грузовой транспортной линии стоимостью 500 миллионов долларов. Она займется обслуживанием нового сланцевого месторождения. Для реализации крупного проекта компании ищут новаторские технологии и подходящих экспертов. Skyway рассматривается в качестве возможного партнера. С другими деталями этого визита вы можете познакомиться на нашем сайте. Чем быстрее проекты Skyway переходят в активную фазу, тем больше фейков возникает вокруг них. В последние годы эта тенденция прибавила дел юридическому отделу компании. Однако наши специалисты справляются с работой. Большинство судебных дел о защите деловой репутации генерального конструктора Анатолия Юницкого и его проекта пришли к логическому завершению. Это касается иска к бывшему партнеру компании Виктору Узлову, а также руководителю австрийского проекта Skyway. К сожалению, некоторые конфликты только переходят в стадию разрешения. Как, например, иск Анатолия Юницкого к Литве на 10 миллионов евро. Подробности этих дел читайте в статье на нашем сайте. «Мы уже дошли до того момента, когда остановить нас практически невозможно», пишет в обращении к читателям своего сайта основатель Skyway Анатолий Юницкий. Вместе с обращением изобретатель презентовал новую программу развития струнных транспортных систем SkyVault. Ее отличительной чертой стал комплексный подход к использованию инновационных технологий. Как утверждается в тексте, реализация проектов из программы SkyVault позволит предотвратить глобальную экологическую катастрофу, которую ведет текущее нерациональное использование ресурсов. Кроме сохранения экологической обстановки, воплощение программы SkyVault способно открыть новый потенциал для человечества в сфере высоких технологий, промышленности и космической отрасли. Подробнее познакомиться с путями развития индустрии Skyway вы можете в полной версии статьи Анатолия Юницкого на сайте Skyway Capital в разделе новостей. На днях проектную организацию Skyway посетил представитель австралийской компании SAI Global. Эта компания год назад выдала ЗАО «Струнные технологии» сертификат соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001-20015. В соответствии с условиями сертификации проведена первая ежегодная проверка. По ее результатам не было выявлено несоответствий. Более того, представитель компании отметил большие достижения в развитии экотехнопарка за прошедший календарный год и слаженную командную работу специалистов компании. О других деталях встречи читайте на новостной странице нашего сайта. Это были главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах. Не забывайте подписываться на нашу группу в социальных сетях. И помните, Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Максим Ведро. До встречи в следующих выпусках видео-новостей компании Skyway Capital.